И всем привет, с вами Ростиксон, и сегодня будет особенное видео, потому что сегодня мы узнаем о крутом конкурсе рисунков совместно с биржей Gate.io более чем на 1,5 миллиона рублей. Кстати, я сотрудничаю с биржей Gate.io, сделал уже более 30 видео для них, и также я был одним из составителей правил для этого конкурса, так что я буду в нем участвовать и всем советую. Правила очень простые, никаких депозитов, просто красивый, интересный и творческий рисунок. А сейчас я проясню полные правила конкурса и как в нем участвовать каждому, кто захочет. Но перед этим напомню то, что у меня есть плейлист, где более 30 видео о бирже Gate.io. Там можете посмотреть, если вам что-то интересно. И если вы будете регистрироваться на бирже Gate.io, а для конкурса это нужно будет сделать, то вы сможете это сделать по ссылочке в описании, и у вас будет вечная и максимальная скидка на комиссии, а именно более чем 20%, и еще там всякие бонусы. А также приходите в мой телеграм-канал, там я рассказываю о своих идеях, что делаю в данный момент, там, о каких-то интересных штучках, на которых можно заработать и сами на них зарабатывать, так что все будет по ссылочке в описании. Также все ссылочки для конкурса будут в описании. Я сейчас просто прочитаю условия и как участвовать. Ну, в общем, примерно узнаете, что нужно сделать. Сейчас прочитаю, что пишет Gate Union. Они говорят, давайте скажем любовь и мир. Кстати, конкурс идет с 25 по 30, ну нет, по 1 апреля, если быть точным. Прочло уже более 15 тысяч вот этот пост, который мы сейчас прочтем. Но я пока что видел, там всего 5 работ сделано в Твиттере, примерно так. Так, что же нам пишет Gate? Мир и развитие всегда были вечной темой в истории человечества, и люди никогда не отказывались от своего стремления к стабильной и счастливой жизни. Но недавняя вспышка российско-украинского конфликта нарушила это спокойствие. В это время люди во всем мире обращают внимание на тех, кто страдает из-за конфликта. Поэтому Gate официально решила запустить конкурс рисунков под названием «Любовь и мир». В общем, примерно так. Это я сейчас прочитал вступление, а сейчас скажу точно правила. Сейчас скажу общие условия, а потом уже скажу более подробно. В общем-то, период кампании, как я уже сказал, с 25 марта по 1 апреля. И тут у нас есть такая строчка «Заполните форму для участия». То есть недостаточно будет сделать рисунок и выложить его с хэштегами. Нужно прямо-таки сделать все полностью и заполнить Google форму. Это очень важно. На всякий случай напоминаю. Первый шаг — это сделать свою фотографию, рисунок, ну, связанный с любовью и миром, с логотипом Gate.io. Второй шаг — разместить свои работы в социальных сетях на 3 платформах. Это Facebook, Instagram и Twitter. Там. И шаг 3 — это пригласить друзей присоединиться к Gate.io. Ну, то есть, как я понял, просто ссылочку оставить в своем посте. Теперь же давайте подробнее каждый шаг я рассмотрю. Вы можете создать свою работу с темой «Любовь и мир». Кроме того, тема повседневной жизни также является приоритетной темой. И вы можете сделать контент, который вам больше всего интересен. Фотография нуждается в Gate.io логотип. Вы можете ознакомиться там с логотипом, там-то, там-то. В общем-то, шаг первый мы поняли, просто сделать фотографию, рисунок, что-то творческое, связанное с миром и с логотипом Gate.io. Второе, это разместить свои работы в социальных сетях. Нам рекомендуют размещать сообщения на 3 платформах, включая Facebook, Instagram и Twitter. Сразу говорю, если рекомендуют на этих 3, то делаем на этих 3, ну, потому что так надо. Надо следовать все-таки рекомендациям судей. Сообщения считаются действительными, если они имеют следующее. Хэштег Gate.io, Gate Love and Peace, Boss, and хэштег Crypto Exchange. Ну, в общем, вы сами хэштеги сможете проверить и иметь свою реферальную ссылку и выложить ее в посте. Теперь давайте поговорим о призах. 5 наград за отличные работы, $500, а напомню, по курсу это более 50 тысяч рублей. Самый распространенный пост Twitter $300, ну, тоже очень интересно. Кроме того, все участвующие пользователи разделят приз в размере $10 000. Того, считаем, правильно ли я сказал вначале то, что конкурс более чем на 1,5 миллиона рублей. 10 тысяч долларов — это миллион, 5 наград по $500 — это 2500. Ну да, чуть более 1 250 000 у нас конкурс. К тому же бонусом 5 превосходных работ, но которые получат по $500. В общем, вам Gate.io поможет выпустить NFT, и еще как-то с этого можно будет заработать, насколько я понял. А как же все-таки будут решаться вот эти 5 наград по $500?
просмотров, победители будут оценивать по следующим критериям. Больше всего просмотров и лайков в социальных сетях это 50% и 50% оценка команды. То есть нужно сделать и творчески, и попросить всех своих друзей лайкнуть, там ретвитнуть, ну и тому подобное. Теперь мы поняли, если вы вот это все сделали, нарисовали рисунок, его выложили в соцсети, не забудьте заполнить Google форму, ну или не Google форму, тут есть специальная форма. Если вы не заполните, вы не сможете поучаствовать в конкурсе. Еще раз условия пользования. Твит сообщения не может быть удалено. Все предоставленные материалы должны быть оригинальными работами участника. Повторное предоставление там из каких-то соревнований Gate.io не участвует в этой программе. Оригинальными работами участника, это значит, я так понимаю, вы не должны брать какие-то фото или еще что-то, если вы не делали их сами. То есть делайте оригинально сами, и будет все хорошо. Вот я, кстати, в Твиттере так мельком посмотрел участников, мне не понравилось. Там уже, как мне показалось, есть не оригинальные работы. И как мы видим в условиях, это все будет проверяться. Ну и вы должны сделать оригинально, иначе вы не сможете претендовать на какой-либо приз. Награды будут распределены через эквивалентные токены и распределены на счета победителей. Транзакции можно посмотреть в разделе «Мои кошельки», «Мои платежные данные». Участники должны согласиться и соблюдать Gate.io правила и условия. Любое клеветническое содержание или действие против Gate.io категорически запрещены. Gate.io оставляет за собой все права на окончательное решение. То есть, давайте сделаем вывод. Нам просто нужно сделать рисунок, связанный с любовью и миром, выложить в трех социальных сетях, Facebook, Instagram, Twitter, заполнить Google форму, ну, не Google форму, а там Gate.io форма специально, ну, в общем, одно и то же. Заполнить форму, правильно там ввести свой UID и тому подобное, выполнить все правила, и мы 100% разделим пул в размере 10 тысяч долларов, и также, если вы отлично рисуете, то вы сможете получить $500, потому что 5 человек их может получить, шансы есть. В общем, примерно так. Пишите свои вопросы в комментариях, какие-то пожелания, возможно, к следующим конкурсам. Я, возможно, поговорю с командой и передам ваши предложения. В общем, примерно так. Спасибо за просмотр. Надеюсь, я помог вам в этом видео. Если вы будете участвовать, пишите в комментариях.